Первые работы по реализации дорожных проектов стартовали во Владивостоке. Уже началось строительство новой развязки на трассе Седанка-Патрокол в районе Зеленого угла. Транспортная развязка в районе Зеленого угла. Будут произведены съезд и выезд на дорогу Седанка-Патрокол. На данный момент проводим подготовительные работы. Занимается бригада повалки леса. На следующей неделе планируется завести тяжелую технику. Будем производить работы по корчевке пней и уборке порубочных остатков. Сдать новую развязку планируют к концу текущего года. Все работы проводятся под контролем специалистов администрации Владивостока и независимых экспертов. Помимо этого проекта, в этом году будет построена новая дорога, которая соединит развязку и жилой микрорайон. Эти работы стали возможными благодаря выделенным правительством Приморья средствам специального казначейского кредита, которые пойдут на строительство и реконструкцию дорог и развязок по всему городу. Диана Иванова, новости на Восьмом.